Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Летал-компания и летальная компания в виде нас, Андрей, Артём, Вова, Сергей и Денис. Привет. Всем привет. Просто привет. Время качалки. Жмем вес. Да. Жмем вес. Не забывайте правильно дышать. То есть как это, изо рта в рот? Сдох и выдох, да? Сдох и выдох. Так. Вдох носом, выдох ртом. У нас квота уже 1200. Мы стараемся как можем. Мугл. Итак, нас ждет артифайс, затопленный артифайс. Мы готовы к нему? Да, капитан. Ну, жги, ладно. Отправляй. Ладно, полетели. Пожелайте нам удачи. Не забывайте, что в описании ссылка на Дзен, если YouTube у вас плохо работает. И передавайте приветы всем, особенно Сергею. Ваши привет. Так, а где у нас рации? Есть рации. Все взяли рации? Вот же. Да. Да, я взял. И включите их. Нет. Алло. Алло. Мы идем добывать лут. Меня слышно? Да, Сергей, мы слышим. Слышно. О, поскакал зайчик. Поскакал зайка. Вова. Сергей, пошли делом заниматься. Или что с тобой? Сергей! Что? Что с ним? Не знаю. Сейчас. А сейчас? Не знаю, надо дело. Так. О. Я со второй батареи начну. Первый лут мой. Я понимаю тебя, Сергей, твои предпочтения, поэтому я пошел вниз. Зубик. Так, пару предметов уже на главном входе есть. Окей. И больше ничего. Да, ссылка будет еще на канал Дениса, не просто на канал, конкретно на его видео параллельно этому. Что такое? Ничего. Ничего, говоришь? Ничего. Не было ничего. Живой. Не ходи туда. Там ловушка. Так, Сергей-то старается. Я зашел по лестнице, начал подниматься и прямо под ловушку поднялся, а дальше никак. Я хотел пробежать, а мне никак. Пришлось быстро ретироваться. Пожалуй, отнесу 4 предметика на корабль. Займусь делом. Вова, мы тебя не слышим. Вова, не туда, Вова, вернись. Вова, у тебя рация есть? Чё говоришь, Андрюх? У Вовы рация есть? Я его не слышу. Вова, у тебя рация есть? А, вот теперь слышу. Просто хотелось услышать его предсмертные крики и проверить это. Ребята, вы меня как-то туда отправили. Я сейчас буду на корабле, возможно, я помогу тебе. Ты где? Я где-то на втором этаже, судя по тому. Все, вроде ок. У нас же есть джетпак. Выход не тут. Сергей, у тебя там предмет, ты его забыл, не взял? Почему ты его бросил? Вернись туда, откуда ты пришел. Вот в эту дырку, да. Вернись. Вот вернись. И вот с правой стороны, вот тут, да. О, молодец. То, я вижу вас. У вас впереди маска, что ли, я не понимаю? Я не маска. А, кто там вас трое таких веселых? А, Артём, наверное. Сергей... Стой, вернись вот сюда и направо, давай направо, Сергей. Вернись, Сергей. И направо, вот сюда, да. И еще разочек направо. По лестнице. Назад. Вот по вот этой лестнице. Там предмет, вот, да. Все. Сколько там мелких вещей, Сергей, скажи? Мне прилететь на джетпаке? Мелких мало, в основном. На черном ходе две маленькие вещи. Хорошо, пожалуй, на джетпаке попробуй слетать. В основном крупные вещи у меня.
Жень, тут, короче, есть пресс на лестнице, который пройти не дает. Да. О, Артём, иди тогда на... куда? Иди тогда, неси его. Все. Да. Ну и что? Слиток важнее всего остального. Осторожно, роботы стали пробуждаться слева где-то. Если что, на черном входе картина лежит еще. Пришел за мелкими вещами на черный ход. Артём несет слиток на черный ход. Давай, Артём, принеси мне слиток. Здесь у кого ключи, две двери уже. Артём! Нет. Артём, давай, дай мне слиток. Артём, где слиток? У меня тут. Потаскивайте, я пока отвезу это. Так, ух, с трудом. Ух. Что-то я прям, как будто бы я уже золотой слиток у меня был. Сергей, сколько мелких вещей? Я их могу отнести. Ты большие только неси. Ну, здесь достаточно мелких вещей. Так что можешь идти. Отлично. А, Денис, я к черному ходу прям переместился. Нормально. А я не знаю, куда переместился. Слиток и картину я взял. Осторожней, там минимум два робота уже на улице. Я к сторожке иду. Там можно пройти, нет? Ну, если вдоль забора, потому что помним про наводнение. Да. Надеюсь, эти роботы меня в воду не запинают. Роботы прямо на центре. Так, я слишком коцнулся, когда приземлялся, поэтому, пожалуй, летать не буду. Я сейчас попробую их закрыть. Робот возле корабля. Сергей, что там с тобой? Артём, вернись назад, там был за тобой предмет. Да, вернись туда, вот иди вперед, вперед, вперед и за дверью. Или ты дверь туда открыть не можешь? Возле ангара первого. Она закрыта на ключ. А, понятно, тогда иди дальше. Тогда сверни нам вот сюда, да, сверни сюда и иди вперед. Открой вот эту дверь или тоже. Тоже, на... тоже закрыто. Хорошо, тогда вот тут тупички. И тут, похоже, тоже. Тут тупички. Слышу кота. Давай, спустись по лестнице, чтобы я увидел следующий уровень. Он скорее всего, по-моему, ходит. Наверное. Что там у тебя? G6? Я могу и обезвредить эту ловушку. Погоди. У меня жопа сейчас будет. Робот прямо за кораблем. У меня слиток и картина. Так. Он меня жарит! Ааа, телепортер у меня! Ну! А, выключите рацию. Это был звук прожарки Вовы. Жесть. Так. Погоди секунду. Беги. Беги, пройди. Нет, там невозможно пройти. Она так заспаунилась, что ты головой ударяешься и не можешь налить, ну, по лестнице пройти. Тогда иди и следуй дальше. А все, тут больше не осталось места, только две закрытые двери. Попытайся дойти до дома, тут есть ключи. Сергей, там впереди предметик, да, все правильно идет. Возьми.
Сергей, ты там разбросал вещей миллион. Это где, возле правого сарая, да? Почему ты двигаешься еле-еле? Потому что ты тонешь? Денис, куда ты побежал? Почему ты оставляешь меня одного? Да просто. А что, ты хочешь побежать? Я хочу побежать, да. А ты меня закрыл, так что сиди. Смотри, я открыл дверь. Неважно. На черном входе Юнки стоит. А на главном О, подожди, ты прошел мимо Вовы. Вернись, там обгорелый Вова. Артем, за тобой маска, что ли, гонится? Это маска. Тебя телепортируют? У тебя что-нибудь есть? У тебя впереди точка! У меня только лопата. Так ты можешь убить маску или это опасно? Перед тобой кто-то бегает. Это кто? Стой, стой, стой! Сейчас попробую. Стой, перед тобой. Кто перед тобой? Артём. Я не смогу выйти, телепортируй меня. Так, выпустите меня, я пошел. Ой-ой-ой, крепота какая. Ну, эти пироводы, это просто жесткие. Ну, с водой еще тяжелее. Слушай, пружинка же... Если этот... Сергей еще жив где-то там, выживает. Вот то, что Хобби тащит, это край ангара, я попрощу. Не, он не сможет вытащить, я там уже 11 часов. Он уже утонул. Блин, ракеты, как будто пчелы такие летят. О, его забирают. Вроде бы его успели телепортировать. Но там его расстреляли. С возвращением. Да. К сожалению, не прокатило. Ну там был такой лютый ад, что... Я не люблю затопленность по одной простой причине. Квази, пожалуйста, пойди и собери 200 золотых, Артём. Ну там реально, там был какой-то ад. Артёму написали, пожалуйста, пойди и набери 200 там золотых. Вы видели, как ракеты, звук ракет? Такие, как пчёлы, такие жун-жун-жун, такие... Я пытался. Не забудьте подзарядить разы. Да это ужасное да сочетание сейчас было. Да. Много роботов и все затоплено. И все затоплено. Слишком жестко. Это было круто. Я просто то бабуина возьму, то слиток с картины. И в итоге ни там, ни сям пройти никак. Ну вот у нас есть джетпак, поэтому давайте не забываем про него. А что ты не летал-то на нем? Он слетал, бы слиток забрать. Я несколько раз летал, так, а потом я коснулся. Я решил не рисковать, иначе я еще раз коснулся. Ладно, погнали. Погнали. Кто умер? Я умер и Вова. Я решил не составить ему компанию. Так, фонарик. Все. Мы справимся, ребята. Надо просто выполнять. А сколько мы забрали в прошлый раз денег? Без понятия. Десант такой. 600 монет. 600 монет, спасибо, Вова. Блин. Зайка. Зайка, попрыгай там. И еще один веселый. Давай, Сергей. Ладно, я пойду вдоль левой стеночки. Сергей, ты куда пойдешь? Второй. Прием, прием, проверка связи. Кто тут? Кто тут прошел? Блин, Вова. Это Денис. Это Денис, ну ладно. Я взял соду! А я Айрин. Положь на место это мое. Ты просто не представляешь, я взял соду и мне такая... Сода! Выход. Ну да. Сода!
Так, а что у нас здесь? А ничего. Андрюх, где тут выход? Снизу, снизу, по центру. Юпи, юпи! Если что, нашел ключ. Ключ нужен. Лопату кто-нибудь брал? Убейте, убейте Юпи. Или найдите его гнездо и убейте. Андрюх, ты где? Я снизу. Мы кухню нашли. Юпи мертв. Ключ возле главного входа. Я не знаю, где главный вход. Ну ты же видел меня. Ну и что? Это ничего не значит. Андрей, Андрей, Андрей. Вот там вот я. Пойдем за мной. У меня ключа-то нет? Или что? Да пойдем, пойдем, пойдем. Иду, иду, иду. Солдатик! Твою! Ты на это меня привел? Солдатик тут у нас гуляет. Надо зепган привезти и зажарить его. Как тебе план? Только не двигайся. Ты зачем? Нет! Ну... Денис! Денис, ну что ты сделал? Я не понимаю. Зачем? Я жил себе спокойно. Это был соблазн. Это был такой соблазн. Он стоял спиной и просто вот... Я ударил его раз, два и дальше. Надо все. Пять раз там, я не знаю, по нему стукнуть. Или четыре хотя бы. Денис, какой соблазн. Я тебе объяснил тактику. Я такой думаю, вот сейчас слетаю, привезу этот запган, и все будет хорошо. Он такой, пошло, такое, слышу. И главный солдат такой, знаешь, зашел ко мне, запер с собой дверь и выход, и такой, и пошел перезаряжаться такой. Я такой, нет, простите меня. Я видел это, я видел это. Живые, я запган кинул на главном входе. Давай, конечно. Артем, ты можешь забрать лут с главного входа? Тут четыре вещи. Хорошо. Слушай, походу ребята умерли, раз они не отвечают. Забирайте за угаду. О, Артём и Вова, сейчас мы увидим их. Сода! Что это было? Это была сода. Артём, вон еще вещь. Все, мне не лезет. Если хочешь, сейчас лопату тебе выкину. Сода! А зачем лопаты из обгана? Я не знаю, он просто самое ценное оставит. Не, он просто отнесет, наверное. Я понял. Так, как там у Сергея дела? Сергей просто наблюдает, как я там в трупике валяюсь. Ну, он видит, что возле его входа, там вот чуть-чуть в глубине, так... Хожу, посмотрю вещи на дорогу, и буду сидеть. Вова, наркоман. Смотри, Денис, мертвы в одном месте. Ну, я догонялся, их, наверное, солдатик убил. Нас убил Денис. А, Денис. Андрей, что ты так расстраиваешься? Не, я просто депрессирую. Ставьте лайк, чтобы я не депрессировал. И пишите комментарии. Да, ударили бы вы солдатика на месте Дениса? Денис, раз уж достал лопату, бей, бей до конца. Хорошо. Прячься там. Сода! Мне фонарик там остался на кухне. Чё наш труп-то не телепортировали, всё. Сергей пытается вспомнить, где я лежал. Он помнит, что на первом этаже. Он только думает, может быть здесь, но не здесь. Ты живой? Нет, твои оба на корабле лежат, у тебя, ты чего? Подошел, посмотрел на нас. Как, были расстреляны? Так, паутина, которую Сергей не любит. Ну чё? Сергей такой, сразу пойду на чёрный. Тут гигант хвалит меня там. О, кухня. Ой. Кто это был? Кто-то телепортировал. Кто-то телепортировался, я даже не понял кто. Бывает. Вове очень повезло. Возможно, это был Бракен. А может солдатик какой-нибудь? Ну, хотя... Я бы его услышал. Я просто забыл. А в двери вот там слева... А, это... Серега, Серега. Господи, Сергей, ты меня напугал. О, ключ пригодился, да, который тут? Да. В комнатах очень много лута. Я еще лут на кухне. Меня ли его?
Так, в этой комнате пусто, можно назад вернуться. Кому он говорит? Ну, Вове. Ефимов, он не знает, кому говорит. Они на кухне там что-то под... Вот в этом проходе есть... Две эти фигни. Назад вернитесь. Назад он за... Сергей пытается ее на портал завести. У тебя лопата есть? Сергей, у тебя лопаты нету, да? Нету. На портал ее заманите. Да вон она наверх залезла. Вову телепортируйте. Что? Скажите, чтобы его телепортировали. Иди за мной, иди на мой голос. Иди за мной. Надо телепортировать его. Он не слышит. Телепортируй Вову. Быстрее. Уже поздно, я думаю. И он умер. Сейчас еще. Да, я умер. Да ладно. Надо Артема научить телепортировать. Артем сейчас слишком молодой. Он. Все, научился. Ну, 3 минуты спустя уже поздновато. Что поделать. Мозгослизь. О, весело, весело. А что там у тебя Сергей? Все хорошо еще. Там какая-то красная хрень. Да, Сергей знает, что какая-то красная. На портал ее, Сергей. На портал. Оп, проскочила мимо. Сергей, Мансуй. А, нет, Сергей. Нет. Я заблудился. Да понимаю, когда убегаешь. Ясно. Ну ладно, тогда улетаем. Надо было кричать, чтобы тебя телепортировали. Может быть, ты вернулся бы с лопатой и всем бы отомстил. Ну, может быть, кстати. Ладно, умер так умер. Ладно, хотя вообще, этот червяк, он как-то в другое место перепортил заранее. Я не ожидал, что он там будет. Ну, они переползают. Да его Серега, ну как, там получилось, что Серега, он сначала за Серегой побегал, да? Угу. А потом уполз от Сереги, и вот и тебе приполз к тебе, да. Получается. Артём, командный игрок. Меня что-то там, что-то вронг, неправильный конец чего-то там, ружья, наверное, или я не знаю. Артём, если ты видишь, что на человеке красная точка, то это, скорее всего, червяк на башке. Ты слышишь, что я говорю? Эклипс! Артём, еще привыкнуть к этому, надо призывать в таких случаях и побыстрее, потому что и тогда он мог бы выжить и отомстить. Слушайте, научите меня отключать турели, как вы это делаете? Смотри. Да вот, заходишь в этот самый, в терминал заходишь, и печатаешь, набираешь команду Monitors. View Monitor. Или монитор можно достать? View Monitor. Но сейчас это не получится, потому что у нас сейчас да, нет карты. Да, садимся, давайте сядем, посмотришь. Вот, фью монитор, а каждый потом... Каждый или... Есть цифры и буквы там. Вводишь, и она временно отключается. Так, у меня есть джетпак. Короче, в воде вот сейчас вью монитор. Давайте вы пойдете, а я просто буду летать. Если что, я вам что-нибудь привезу. Видишь так. Экран? Да. Отлично. Командой Switch переключать. Switch, можешь первые 3 буквы ника и переключить. Либо просто Switch, он автоматически переключит. Либо выйти с терминала и на кнопочку нажать на этом. Ну, можно, да, через монитор. Чтобы отключить турели, ловушки и так далее, на экране с ловушкой будет ее код и цифра. И тебе нужно будет ввести этот кто-то, ты можешь не бояться код, идти. Ну, иди. Букву и цифру. Без команды просто ввести название. Без команды, да? Просто вводишь там R2, допустим, там, K9 и так далее. А насколько отключается секунд? А ты увидишь, они позеленеют и будет показано, что через Сергей сколько там включится. У тебя? А чё мы втроем сидим? 2 гиганта внутри. Сергей, ты... У главного входа там слишком страшно, поэтому ты внутри сарая. Тебя направить куда-нибудь, чтобы ты вышел из этого сарая? Да, направь, я что-то не могу. Вот, стой. Вот подойди к стенке. Так, сзади, вот иди в угол, теперь поверни направо. Направо. Вот иди вперед, вдоль этой стенки, и ты придешь, скажем так, к рычагу, который открывает ворота из этого самого. Давай, иди. Вот где-то здесь вот включи. Стой. Вот где-то здесь ищи. Но помни, тебя там может поджидать враг.
И он уже даже подходит. Но я готов тебя телепортировать, если что. Не надо, там еще одна дверь должна быть. Да, и она открыта. Вот ты идешь примерно на нее. Но там тоже гигант, и он тоже к тебе идет навстречу. Не иди, не выходи, сейчас не выходи. Девочка. Денис, у тебя девочка. Там красная точка, куда ты смотришь. Девочка? Да, у меня девочка. А у Вовы что? Вова, что там у тебя красная точка? Да напердело это. А, ну у тебя там миллион вещей сзади тебя, три штуки целых. И перед тобой еще одна и вторая. У меня нету больше, ну кто-то может сюда прийти забрать. У меня четыре вещи, плюс на черном выходе наложил. Хорошо, это несите на черный выход, и я прилечу туда на джетпаке. А, сейчас я несу, вот тащу все. Считайте, что я полетел. Забирай, здесь пружинка. Слежу за пружинкой, выходи. Вот он у меня переключает. Слежу, все. А? Типа, подождите. О, черт, здесь плаксик. Плаксик. Какой плаксик? Забирай. Забрал я его качаю. Я качаю. Ба. Мне просто страшно выходить. Блин, закрыто. Подожди, подожди, Артём. А. Я открою тебя, вот. Ой, благодарю. Сейчас, смотри, какая штука. Да-да-да, вещь крутая. Я попробую выйти, меня, может быть, гигант сожрёт, потому что он там на улице. Хорошо. Меня слышите, я покрыл лапу, вырываю. Ух, и не покоцался. Алло. Алло, я... Да-да, слышу. Тут гиганты кругом ходят, опасно очень. Я умер... Умереть могу. Черт. Блин, у меня пружинка, Денис, твоя. Кто? Пружинка у меня тут. Кого Денис? Спасать? У кого красная точка? А, понял тебя. Вова, у тебя вещи? Я бы мог ему их принести. Ему не нравятся звуки пуков. Бракен, тут Бракен. Охренеть. Артём, аккуратнее, там кто-то вылез новый тут из этого места. У меня девочка, что, Бракен и Плаксик. Сергей, ты живой, скажи Денис, мне. Трындец. Я, возможно, сейчас умру. Стой. Сзади. За кем там? Нет. Денис, там что такое? Денис умер. Денис, ты ему привез кого-то. Сергей, ты живой или ты умер? Так, я сейчас выжду несколько секунд, еще подожду, когда эта тварь уйдет, и попробую какие-то хоть вещи забрать. Похоже, роботы начали просыпаться. Возможно, они перестреляют сейчас гигантов. Надо просто подождать. Если что, я тут со старушки несу. У меня чуть собака в кабинет не влетела. Аккуратнее. Тихо, всем осторожно. Червяк шел, и знаешь, это было слишком страшно. Пока вот эти косточки возьми, а я слетаю. Оп. Так, что тут у нас? У тебя есть рация? Да, у меня есть рация. Да там что-то уже отнесли, я что-то взял, там пружинка, страшно.
спасибо. А оно само открылось, ты ровно подошел, как оно открылось. Так, там, по-моему, у Сергея было много вещей. Блин, вы его... На черном входе очень много вещей. Там был какой-то лут такой, пердушки какие-то бесполезные, знаете, и там пружинка очень крипово. Так, попробуй слетать. Вот там, видишь, они за тобой, наблюдают. Так, вот вроде вот в этом сарае был лут. Да, слева от тебя. Слева от меня, здесь? Да-да-да, вот ты прям, ну вот сейчас назад повернись. Вот ты прям должен, по идее, смотреть на лут. Блин, темно. Может, он выше, я, ты прям смотришь на него. Хорошо, попробую перезайти. Ага. Так, а может просто червяк? Слышь, робот? Андрей, аккуратно. Ты смотришь на лут, блин, тут червяк идет. Да. Там вот план даже. Я живой. Еще один там же. Тут, да, червяк, он просто все еще тот же самый. Тут рыба лежит, ну птица. Не тот же самый, там их две точки. А, две точки? За забором собаку убили. Червяк умер. Слева от тебя лут и справа от тебя лут. Кто-то идет к тебе. Рядом с врагом стоишь. Артём, будь на корабле, я, может, тоже что-то попробую. Я живой. Не думайте. Я попробую бабуина. Я попробую тоже бабуина принести. Артём, будь здесь. Если что, телепортируй кого-нибудь. Здесь есть. Война! Миллион роботов! Ты маньяк, ты зашел к двум роботам, да? И прямо вот... Я за... О, смотри, успеваю. Да, я вижу. Он меня почти чуть-чуть пожарил. Последний момент. Андрей, кажется, умер, да? Мне кажется, он немножко поджаренный. Посмотрите на него. На костюм. Да не знаю, не у меня жесть вообще творила. 254, может, успею еще бабуину притащить. Ну ты вот тогда зашел, да, там давай. Было спокойно по сравнению с тем, что у меня творилось. Да я чувствовал, у тебя там к тебе еще Артем принес там вот эту кого-то. Пружинку. Пружинку, да. В общем, он держал пружинку, и Артем принес вторую пружинку, и он умер. Да, не успею. Улетаем? Да. Эх. Надо фонарик было взять, потому что не видно. Ну, я хотя бы сберег этот джетпак. Как ты видел, как я улетел оттуда? Да, жестко было. Сколько картин у нас. И в итоге там было это гнездо, семечко, Форест гигант. Ага, я видел, ты тащил. Жалко. Сикфлип. Не попал в робота. О, жесть. Надо сдаваться. Денис, да? Что тебя убило? Пружинка. Марпа, конечно, пружинка. Просто создает Ты ко мне пружинку.
У меня там была, я держал пружинку, у меня периодически появлялась девочка, у меня на руках был плаксик, и я вдалеке видел Бракена. И вот я думал, кто? Кто меня убьет? Периодически я наступал на подушку-пердушку, плаксик начинал реветь. Да, мне приходилось его укачивать. Плаксик, он просто реагирует на огромный... Денис, звук. Просто берешь и спрыгиваешь в портал. Надо, знаешь, что делать? Тебя телепортируют, и перед тем, как тебя телепортируют, ты спрыгиваешь в бездну, чтобы он остался в бездне, а ты улетел. Ну, прыжок да, веры да. такой. Да, да, да. Главное верить, понимаешь? На базу. На базу. А может, не будем котика да. продавать? Да, они призывают собак. Да, нахер его. Знаешь, как мне было весело, когда я такой подхожу к двери, закрываю ее, и собака такая прям трется... Она бежала и хотела меня. Но мне повезло. Блин, кого она съест? Лампу. Блин, почему ты... Ой. Ты не открыл ящик. Случайно. Да. Случайно. Музыкальную лампу сдал. А соду ты сдал? Сода! Так, звоните в будильник. Сода! Позвонили? Да. О, это же Рупий! Рупий? Что ты называешь да. Рупием? Ну, вон зеленый кристаллик. Это из легенды о Зельде. Так, а может быть хватит уже там денег-то нам? Так, подождите, давайте я позвоню. О, открылось. Сколько там у нас уже сдано? А про этот кристаллик что скажешь? Дано 900. Артём, погоди. Ты сейчас 900, может быть, сейчас еще 600, наверное, хватит. Или нам нужны лопаты, рации. Лопаты. Тысяча! Я думаю, нам хватит на все. Тысяча тоже нужна. Денис, закупи лопат. Денис, закупи лопат, пожалуйста. И, возможно, нам уже все остальное не надо сдавать. Не надо, зачем засаливать? Хватит пока сдавать. Давайте отнесем это домой. А ну как зачем? Чтобы умереть всем и чтобы оно пропало. Да. А-а-а. Пикантности не хватает. Да. Ага. Пикантности. Денис, ты что заказал? Да заказал всякого. Там нужно человека 2-3. Пойдемте. О, уже прилетело. Давайте. Так, я набрал. У меня места нету, там еще есть набрать. Там еще есть. Да. Так, рация сюда, лопаты сюда. Так, на лопат, наверное, хватит. Рации побольше надо бы. Он ждет еще. Сергей, дай-ка заказать рации. А, хотя, может быть, не надо, подожди. Что там Денис успел заказать? Денис, что ты успел заказать? Что, фонарики? Так, я думаю, надо еще рации, потому что нам как-то маловато. Да я же заказал 5 штук. Ну, блин, маловато это на один раз. Сейчас я на секунду отойду. Давай, отойди. Давай. Сергей, дай нам немножечко рации купить. 8 штучек. Сейчас дай. Последнюю. Угу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Видишь? Не видишь. Видишь? Не видишь. Видишь? Не видишь. Все. Или все. Сколько ты хочешь? 8? 8. Готово. Та-та-та-та-та, танец маленьких утят. Обновили же еще. Но сода, конечно, прикольная. Сода! Так, 4 раза. Смотри, какая банка. А? Какая у меня банка. Вот это банка. Какая банка. Че такое? У нас банка. Смотри, какая банка.
Там что, опять рация прилетела, или это все еще та же? Денис. Все та же. Да ёп. Корный лысый. Так, тогда взлетаем. Все здесь. Я Сергея не чувствую. Да. Вон. А он не здесь. А ты не чувствуешь меня. Сколько у нас денег осталось? 1840? Ну, наверное, хватит. Господи, что это за звуки? Не знаю. Видимо, Артём решил в душ сходить. Опять Артём. Артём, что у тебя за звуки? Или какие у меня звуки? Не Артём. Может быть, это Сергей? Может быть, это Вова? Я не знаю. Ладно. Были какие-то лютые звуки. Как будто кто-то пылесосил. А! В душ. Ну, типа того. Банка. Кого куда? Банка. Смотри, какая банка. Квота 1600. Купи баночку. Купи баночку. Купи баночку. Банка. Так, эмоции. Купи баночку. Сергей, не завидую, что у тебя такой банки нет. У меня какие-то грустные эмоции или наоборот хорошие. Так, Сергей закупался до, закупается и сейчас. Денис, отправь нас на арт. Я бы рад, но да, увы. Увы. Сергей купил еще не все. Все помылись. Шторм нас ожидает. Вы готовы к шторму? Да, капитан. Ну тогда высаживаемся. Или подожди. Вова, это молнии будут, да? Да, молнии будут. Да. Ненавижу эти молнии. Да, никто их не любит. Я попробую полетать опять, поэтому я останусь на корабле. И как только вы принесете что-нибудь, я прилечу и заберу. Либо вам нужно... Стоп, а молния в эту леталку уже будет долбить, да? Если я буду быстрым, то не успеет. Наивное дитя. Это ж риск. Риск – дело благородное. Что вы там делаете? Ух. Эти песни. Так, включаем рации и... Рации зарядите. С Богом, ребята. Зарядите рации. Компания вас не забудет. Она не забудет одного человека, не забудет второго человека. Кто там уже помер? Кто фонарик не зарежет? Что это за красная точка? Неважно, бегите вперед. Бегите. Вова, ты отстаешь. У тебя красная точка перед тобой, но неважно. Вероятно, эта точка обозначена... Пещеры, пещеры. Шахты. Да, шахты. Давай, Вова, ты на черный ход, видимо, один. А, хотя нет, тут уже есть Артём. Ну, как обычно. А, стойте, у вас там красная точка какая-то, вот прямо за пещерой и направо. Чё трясётся? За пещерой и направо, направо. Посмотри, что это. Это мина. А, мина? Хорошо. Вова, я иди... Я могу утонуть. А, тогда иди налево. Не иди сюда, там можно пройти. Вова. Вова. Налево, налево, Вова. Хорошо, вышел. Ох, блин. Отдышись. Иди вперед, Вова, иди вперед. Тут что-то вообще ничего нету. Вова, иди вперед, я же тебе говорю. Иди вперед. Ты можешь идти дальше? А, погоди, Андрей, здесь это надо клапан закрыть. Предмет, сзади у тебя коридор, в котором миллион лута. А, хорошо. Обернись, сзади тебя пещера. Я нашел гитару. Обернись, сзади тебя пещера. Заходи в пещеру, и вдоль правой стенки ты пройдешь миллион лута. Не вернись, ты куда ты пошел? Давай вот сюда, в пещеру. Тут тупик, Андрей, тут тупик. А, ну ладно тогда. Тебе не обязательно под воду идти. Направо сможешь пройти под этому туннелю? И налево, налево, вот сюда, 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 сюда. Давай, давай, давай. И направо, вот. Иди сюда и направо. И вперед. Сюда больше нет ничего. Возвращайся обратно. И направо, направо, направо. Куда ты пошел? Вот иди сюда. Вот раз предмет, еще дальше вперед. Еще там два предмета. Да у меня больше места нет. Ну, смотри. Попробуй без воды. Вот иди.
сюда вперед. Не ныряй, не ныряй. Вот иди вперед, вперед. Теперь давай налево. Давай налево. И можешь сюда пройти? Вода. Тогда тебе, видимо, только проныривать надо. Давай. Давай, 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 давай. Отлично. Позови Артема, он там идет к тебе, видимо, заблудился. Артем, таскай лут, я. Вот, я плаваю туда, лут собираю. Я никого не вижу. Ну, можно вместе походить. А, это. Прости, Артем, это не ты. Ты где-то непонятно где. Ну, аккуратнее, у тебя там мина. Ну, лута я не вижу у тебя. Он на гитаре играет. Сергей, у тебя тут миллион лута. Сзади тебя тоже лут. Тут... Я пошел за лутом на главный ход. Точнее, на черный. Кто выносит лут на улицу, когда он искрит? Зачем? Зачем вы так делаете? Андрей. Зачем? Бросай лут, заноси лут. Да на. Я еще четыре вещи принес, потаскайте. Я буду сюда подносить все, что на этот лут нахренался. Ну, я старался. Ладно. Молния слишком... О, у Сергея какие вещи. Но он непонятно где, конечно. Андрей, ты живой? Ха-ха. Сергей, привет. Нет. Как ты умер от молнии внутри? Я не говорю. Ну вот ты умер от молнии внутри. Да. А я возле корабля умер. Я приземлился, и меня в молнии шандарахнул в этот момент. Жесть. Угу. Ну, лопата, конечно, электро-гитара хороша. Так, Вова, ну, господи, я уже всех собрал. Вова, видимо, мега-ныряльщик, ныряет через все, что может. Ну, там еще колокольчик. Артем тем временем просто где-то страдает в бесконечности, да. Весь лут был... Я здесь был, сейчас он найдет. Так, ты где? Я где-то здесь, я заблудился немножко. Я тоже чуть-чуть. Я здесь бегал, но не нашел их. Так, ну, Денис вроде бы доберется. Артем, ты где-то далеко от меня. О, ну Артём вышел на выход. О, у него СЦП там, колечко он не может взять. Есть кто живой? Я. Слушайте, а кольцо является металлическим уже, да? Логично, да? Логично же, что да. Вполне, где Андрей? Отойду на меня. К Артёму уже кто-то там ножками топает, мне кажется, там... Он такой решил. О, может, он увидел мой лут, а может быть нет. Я там вижу. Может быть, даже мой джетпак окажется неповрежденным. Слушай, благодаря тому, что я умер. Ну, не от падения, а от приземления. Ой-ой-ой-ой. Что же искрит? А непонятно. Не колокольчик. О, Артём, а ты как помер? О, минус один. Стоп, у меня был в руках листочек и мячик. Почему меня молния ударила? Это не может быть металлическим. Ты если слышал искрение, значит что-то в тебя ударило. Плюс молния бывает рандомно бьет, просто потому что. Меня много раз убивала рандомная молния.
Короче... Молния внутри пещер, так что... Да, так что да. Сергей, все должны жаловаться я. Грех жаловаться. Сергей вообще такой идет, я такой слышу, у него искрение. И он такой, тоже... Сергей, ты слышал искрение? Да. Ну, все, значит, надо было... Причем, оно так быстро ударяет, я начал вещи выкидывать, всего лишь 3 вещи в руках, и не успел. А так ты говорил только бумажка и фонарик, а что у тебя было третьим? Не было фонарика, у меня был мячик, бумажка и расческа пластиковая. А может она не особо пластиковая? Из-за нее, она, по-моему, тоже электризуется. Плюс то, что я выбросил, тебе нужно от них отбежать, если ты не успел достаточно далеко отойти, тебя все равно заденет. Да, там сплэш. Так, да, да, я не успел, так. Я пока выбрасывал, может, но... поводишь меня или мне тебя поводить? Там они просто поумирали все около ангаров. Ты хочешь у ангара пособирать был, да? Ну, не, можно, конечно же, на черный ход пробежаться, да, если там еще есть. Там как минимум 2-3 вещи еще есть. Вот. Ну, давай, давай. Мне пойти или ты сходишь? Ну, давай я сбегу. Тебя... Ты жив? Я жив? Я уже полностью жив, все в порядке. Ну, ну, окей, давай. Робот тут. Их еще, я сейчас оба побегу. А, прям под... Отлично. Да, 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 побежал. Сейчас, погоди, я рацию подзаряжу. Давай. Давайте будем болеть за ребят. Серега в пещерах, как понимаю, у тебя лыжи. От молнии. Ну я его вряд ли там ориентируюсь. Ну ладно. А, хотя стрелка есть, можно. Обрати внимание, ну ладно, все это моя смерть. Просто любопытно. Ну, наверное, там попал под грозу, что ему такое. Пошел, но в итоге он пошел через черный ход. Андрюха, а ты от чего умер? Я приземлился, меня молния шандарахнула. Я летел, думал, я летел на максимально быстро, чтобы молния мимо меня проскочила. Но она стрельнула только как раз, когда я приземлился и стал типа неподвижным. Понятно, красиво от молнии. Ты что ли? Немножко не рассчитал. В смысле ты без рации? Есть, у Денис тоже есть. Так, ну пару предметов. О, дед. Денис, оно все тяжелое, металлическое. Дальше, там дед гуляет, он меня зарежет. Дед зарежет. Ну, через эту кибитку, в принципе, безопасно пройти. Хотя там вот робот ходит, и он уже искрит начинает. Успею. О, хорошо. Но... Ну слушай, если оно и в пещеру пробивает, даже не гарантия. Беги, Вова, беги! Какая сатурация включил? Не сразу рация работает. Я дальше не пошел, потому что там дед гулял. Да и про время я забыл. Хорошо, что дед мне его напомнил. Опять искрит. Слышишь, надо сразу бросать. Красную точку перед тобой. Не знаю, что это, не то, что кривое. Блин, настолько темно, что нифига не видно. Чё там? Чё ты боишься? Да молния. В таких случаях, наверное, надо по одному... Я ничего не вижу. 11 часов. С кем-то Денис общается. Блин, бери чайник и неси. Неси хоть что-нибудь. Полчаса уже осталось, ему уже только успеть. Я понял, молнии бьют. Да, я пытаюсь успеть зайти. Давай. Нифига ты читер. Нет, 43 секунды, 47. Я мимо робота побежал. Аккуратно. 52. Хотя бы чайник успею. Давай. Запрыгивает. Молодец, 55. Отлично. За чайник успел. Красавчик. Все, мы улетаем. Еще бы еще спрыгнул там. Что, еще молния долбанет? Да. Ужас. Серега аж откинуло. Я тоже это молния. А, точно. Артема я не телепортировал, думал бегать за его вещами. Молния. У меня самая несправедливая смерть из всех. А че ты не телепортировал до этого? Я думал, сбегаем за его вещами, а вещи... Слышите? У меня самая несправедливая смерть из всех. Я знаю. Меня убила молния. В пещерах. И чем это несправедливо? Да. В
пещерах она его... В пещерах. В пещерах. О, я умер такой, переключаясь на Сергея, он тоже начинает искрить. Короче, умирает. Может быть, это я его... Я на самом деле тоже искрила, я думал, что... Ну, не ударит, она не ударила, то есть... Ну, я, может, переживал на этот счет. Может быть, на тобой была крыша, как бы... такая. Может, тебе повезло, что на тобой крыша была, а над Сергеем не было крыши. Так, нас ждет затопленная территория. Джетпак все еще работает. Я умер, когда приземлился от молнии, так что... Прекрасно. Берем же эти штуки и полетели. Что? Так. А что за карта? Что с погодой? Просто дождь? Или что? Затоплено. Да, затоплено. Просто затоплено. Давайте. Самый отстой, короче. Супер отстой. Самое веселье. Идем, идем. Взял с собой лопату, чтобы быть страшным. Сергей, говори в рацию. Ой, я уж думал, что за... Что за звуки такие, да? Новая девочка, так сказать. Артём. Опять шах. Подождите меня. Шахта, воздух! Я буду ждать вас. Тащи слиток! Аккуратно, тут пулемет. Слиток тащишь? Кинул у главного входа, у лифта. Ну понесу тогда, пожалуй, слиток. Долго и уверенно. И кота возьми. А где у вас тут подвести лопату? Лопата, вот. Андрей, да, Андрей, внизу. Андрей, ты где? Я возле главного входа. Вниз и направо. А, вот на лунке. Да, у меня кот уже... Лошара. Вот так вот, да. Котик. Там аккуратней, за дверью пулемет, Артём. Чёрный ход. Блин, я все время путаюсь, где здесь выход, где здесь... Опять тут лампа застряла прямо в этом ящике. Что, мимо пулемета придется идти, что ли? Может быть, было бы быстрее просто добежать. Пара-па-па-па. Я коту на ушко говорю что-то. Миленький пушистенький. Я сейчас несу кота. Подойду, отключу. Денис дал дубу. Повторяю, Денис дал дубу. Ну подождать бы немножечко. Прием, Денис дал дубу. Дал дубу? Зачем? Кисонька моя, только ты у меня есть. Хочешь, мы с тобой полетим на этом корабле поразить просторы космоса? И нас никто не найдет. То есть ты забрал лут себе, да, и полетел? Не просто лут, а кошечку и золотой слиток. Черный вход найти, если не можем, то есть вход в пещеру. Нет, я пару вещей на главный вход снес. Давайте в пещеру заходите. Вы можете зайти в пещеру через вот ту дверь? Вова. Хорошо, там просто миллион лута в этой пещере. Вот, заходи. Вы можете пройти? Хорошо, что у Артема был ключ. Давайте налево, вот налево, тут предметик. И еще налево. Не-не-не, вот, ну... Стоп, брось. Налево давай, Вова. Вот, берет раз, два, три, четыре, пять. Пять предметов минимум вот в этом углу. Давай, хватай их и оттаскивай. Я тебя еще дальше проведу. Так, в этом углу я собрал все три предмета было. Вынеси их возле пещеры. Так. А, Вова, обернись. Там сзади было еще один предметик, который ты вот... Вот идешь. Стой. Вот, прямо смотришь на него. Нет, неси. Ну, ладно, иди сюда. Вот тут предмет. Нет, тут ничего. Ну, он там в текстурах, видимо. Стой, вот в эту туннель. Или это подводный туннель,
который ты вот стоял перед ним. Нет, вернись назад. Нет, тут ничего под водой. Который вот перекресток-то был. Вернись сюда, вернись, где было много лута. Вот сюда, вот иди сюда, сюда. Направо, стой. Вот сюда. И дальше. И дальше. И вот, еще один примет. Сможете это все потащить к черному ходу или к главному, я не знаю. Я-то. Давай сейчас. Все больше нету, да? Ну там пока рядом лута не видно, поэтому давайте подтащите. Это где вы? Возле черного или возле главного? Наверное, главному подойти. Главный, ну, блин, ладно, давайте главному. Пока у вас вроде тихо. Где-то пулемет нас может встретить. Вон я его вижу. Там чей-то труп валяется, да? Дениса. Ты его, кстати, близок. Он помогает смотреть за камерой. Ходом мне вещи забирать. Так, где-то тут главный вход. Сергей, большие вещи забирай, маленькие я отнесу. Лечу к вам. Артём, может, потом... У меня девочка, ребят. Давайте я лупу. Так, тихонечко. Я на главном входе. Где лифт, где вещи? Там внизу еще. А, там, блин, двойная, на тебе маленькие. Давай маленькие. Я сюда поднимусь, если ага. Там есть. Полетели. Оп. Успешно. Успешно. Помощь нужна кому-нибудь? Артём, стой! Ну давай, ты снесёшь. Ну нет, я ладно, снесу, раз ты Артёму помогаешь. Артём, что там у тебя? Что это, телепортировать тебя? Это паук. Ты убежишь от него? Не особо, вроде опасно. Да вроде убегаешь. Осторожнее, тут гиганты бродят. Вова, у тебя вещи есть? Бросай мне их. Или там еще есть? Меня немножко постреляли, я красный. Маленький, Андрей, на, возьми. Иду на базу. Я все взял. Там маленьких больше нету, у меня тут большие места. Отлично. Артём, наверное, ближе к выходу идти, потому что, скорее всего, надо уже дальше там не пойдем. Все, я на базу собираюсь. Прихвати там лампу. Да-да-да, все забрал. Красавчики. Меня на один удар, я могу быстро отлететь. Если что, попробовать... А, наверное, уже не заберете, ну ладно. Вова, смотри, тут где-то, может быть, гигант мертвый валяется. Вот он, гигант. Гигант с левой стороны. Тут еще миллион бабуинов возле старушки. Бабуины сейчас я... Но там не дохлые бабуины, живые пока. Пока живые бабуины. Я понимаю, лопату возьму. Нет, там еще гигант. Надо, чтобы робот их перестрелял. Я наслаждаюсь полетом. О, здравствуй. Это же ты, не монстр, говорит там? Это о, я. Здравствуй. Там просто паук со мной разговаривал голосом Дениса. Вот оно. Все в порядке.
Великан так. В ангаре ходит, да? Нет, в ангаре ходит робот, а у меня семечко, надо долететь. Ты семечку взял, да? Да, одно семечко взял. А где ты, говоришь, бабуин? Фух, Данил. А, между ангарами. Ну вот справа давай. Справа ангары. Вот сторожка. Иду туда. Артём, ты живой после этого? О, не иду туда, там великан. А, Артём сыграл в Пасху. Яйцо, что ли, взорвал? Ой, меня может сейчас великан спалить. Держись. Читеры, они там под водой скажут. О, это ты уже здесь у нас, да? Да, я тут. Я говорю, бабуины, читеры, они там под водой шастают. Ага, и им хоть бухны, да? Да, да. Так, ну слышь, великан. Ой, он меня увидел. Сейчас буду его бить. По пяткам, по рогам. Давай. И по пузу. По пузу буду бить. Где там? Ну-ка, давай, подожди, дай-ка мне его законтачить. Он что-то не проникся. Передумал, да? Передумал, он испугался, да. Твоей пушки. Можно зайти в сарай, открыть робота и выпустить сатану. Но это... 10 часов уже. Да, 10 часов мы не успеем. И робот не захотел там. Чего вы мертвые? Умерли. Знать его. Все, улетаем. Они не чувствуют, но я-то чувствую, да? Вот. Где Артём? Артём, говорю, в Пасху сыграл. Вот он. Все понятно. Пасхальный кролик. Полностью станинг. Параноид. Ну да, у меня девочка была. Полторы тысячи. Полторы тысячи все еще. Скажи, как ты от турели-то помер? Ну, Андрей, она сами двери, она... добила. Сергей, что ты хочешь сказать? Ценой своей жизни. Ценой своей жизни ты запер робота? Ну, понимаешь... Да. Двух роботов. Двух роботов? Двух роботов. Двух роботов. Да. Двух роботов. Красавчик. А третьего так робота что... тоже ты запер в том, в другом сарае? Нет. А, ну ладно. Хорошо, у нас последний день, так что собрались и делись. Наверное, кому-то нужно остаться на корабле. Ну, я посижу, а потом буду летать, да. Как обычно. Ходи. Когда я не прилечу и не буду отвечать, значит, вон я... Вон Сергей пускай останется, он хочет почилить. Хочет почилить? Может, он хочет поубивать. Он хочет отомстить. Он хочет крови. Сергей, ты хочешь крови? Я вижу это в твоих глазах. В твоих бездушных синих глазах. Наливай. Главное, чтобы он выжил. Аж погода еще... Зарядите рации. Да-да! Так, Сергей тут, ладно. Я бегу за вами. Беги, беги! Опять все на черном махнут. Денис, я иду за тобой на главный. Не буду себе изменять, пойду на черный. Я не буду тебя ждать! Не. Шахта! Опять шахта, да? Что, ждать кого-то? Жди. Оп. О. Отлично, едем. Пресс прям перед лицом упал. У нас тоже пресс где-то. Тут два сразу. О, твою кошку! А, чё? Не, показалось. Нормально. Ты предлагаешь на черный ход идти? Ой, с Артёмом. Что там, на черный ход ты предлагаешь идти? О, есть. И мячик. Касса, мячик, касса. Ключик. Ключик бери, пожалуйста. Так. У меня лично вот умалал. Если что, есть ключики. Чё-то какие-то скучные пещеры, ничего нет. Наверное, не туда. О! Паук по порталам ходит. Че? Денис, паук, он из портала вылез, он в ту сторону пошел. Андрей, там... Что пропустили? Че пропустили? Налево, Андрей, налево. Налево. Еще дальше. Это мячик. Сергей, выруби этот пресс. Ух.
Нам нужна лопата, Денис. И? Пожалуй, я попробую отнести что-нибудь. И ты пойдешь со мной? Да. Вынесу мячик и пойду на черный. Хочешь, чтобы я его пинал, как спортсмен, до корабля? Как... Это плохая идея, но как... ты можешь попробовать. Как миллион раз нам советовали. А что все остальные молчат? Ой, да я его пнул. Мы просто идем, кассу нанесем. Есть у кого ключ? Да. Андрей, у тебя был ключ? Он остался внизу. А Артем сейчас не мертв. Артем, он умер, его отбрезал. Там какие-то вещи под ним есть, а ты можешь попросить? Ты... А его нельзя выключить или отрез? Иду за ключом. Я буду пытаться забрать лут. Мячик. Прям играю профессионально. Беги. Выше навык. Взял ключ, поднимаюсь наверх. Забрал лут, Артем. Ты его телепортируй, Сергей. Я прям профессионал. О, со мной играет невидимка. Есть мелкие вещи на черном ходе? На черном ходе есть мелкие вещи? Чё ты? Да, и тут прям Брахин, который моментально убил этого Дениса, как только тот зашел. Как это произошло, я не понимаю. Сергей, я чувствую гиганта. Телепортируй, или кого, что там у него красный, у Дени... А, это Бракин. Я туда пока заходить не буду, пишем, типа... Я не хочу... Активити. Не заходи туда, там по... Дело красной точки рядом с ним. Это, Бракин. Во. И там две вещи какие-то. Это на каком? На черном входе, да? И он там стоит? На черном, да. Походу там стоит, да, и не уходит. Так. Я еще забаговал. Может, надо его телепортировать, там тогда еще, им... судя по звуку, по-моему, где-то рядом пробегал этот. Так. Хорошо. Я взял яйцо. Собака, в смысле. Я на главный пришел. Я не побоюсь им воспользоваться. Где гиганты? Я че... Ладно, неважно. О, Сергей, у меня тут мячик. Мячик, Сергей, возле лестницы подберешь? Проблемы механические. Ты где идешь? Я на главном. И на главном я иду через беседку. Попробуй посмотри на черном, можно пройти уже или нет? Сейчас все сделаю. Если даже нельзя, то я его убью. А лут лежит. Проверяй. Ну не знаю, Арт, Денис зашел сразу, умер. Там, блин, активность рядом. Да, там этот Бракин тусуется. Подожди. Минус. Я пытался. Ты повторил мой опыт. Ну. Какой-то слендер был. Я пытался его яйцом грохнуть. У меня яйцо было с собой. Артём, в смысле, Андрей умер, что ли? Он зашел на черный и его съел, братья. Я понял, тут у меня пулемет и. Паутина. Кто-то дышит так страшно. В теории, если бы я побежал вперед, может быть, и получилось бы что-то. Но. Потому что Бракин сказал, вроде пошел мимо меня, так. Хотя как мимо меня? Он наверняка за мной пошел. О, Чукоба! 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 Ну страшно, блин, что мы все померли. Пойду-ка я обратно. Блин, Чукоба, классно. Мугл, Чукоба. Ну так. А он обратно дойдет. Да хрен его. А, вот слева. Налево ему надо было. Назад. Да. Нет. Я пытаюсь найти... И фонарик у него сел. Да. Налево. Вот давай туда. Прямо, прямо. Прямо. Нет. Фу. Да. Да. А, вижу, вижу. Да кто правда, лифт тут.
Сергей его ведет все хорошо. Короче, я возвращаюсь. Я нашел Чокобу, и мне хватит. Не туда. Ну ладно, я еще попробую посмотреть, не поменялся ли что-то на Чокобу ходит. Не надо. Нет, ты не си Чокоба. Я не буду заходить, я просто посмотрю по двери. Ну активность, если активность будет. А если не будет, то что, зайдет? То можно заходить, да. Нет. Ты же зашел. Не, у меня была активность. Да, слушай, там активность все еще. Пипец. Ты их трупы-то телепортировал? Я пытался свою жизнь отдать. Так он прям там в двери стоит и сразу же принимает. Ну да. Наверное, завис. Да вряд ли завис, скорее всего, специальный монитор. Нифига, робот где завелся. Пошел ты, робот. Надо было три яйца взять, чтобы просто его засыпать яйцами. Не, Вове теперь через главные ворота идти, это... А вот не знаю даже, заря ли. Там две вообще точки. Че, он назад ты пошел? Ты ему сказали, не иди туда. Ничего, иногда надо просто терпение. Робот улетел. Я облапошил робота. Ну как облапошил? Робот просто его подманивает. Робот наверх полетел. Наверх полетел? А, да, он. Хотя нет, это другой. Сейчас подъедет. Он взлетел и опустился. Сейчас, смотри, сверху. Сверху сейчас такой подарочек новогодний. Опа, какой опа, подарочек? Опа. Меня-то он уже здесь. Вова. Пытался схватить. Давай. Он, короче, приземлился. Чокова. Удачи. Я не знаю, что происходит, но, наверное, не надо убегать. Жесть, ну и звуки. Чё, дверь-то открыта? Сейчас стреляю. Просто раз ты удачно повезло, что он удачно встал, что ракета прям на здесь расстрелили. А так относительно здесь безопасно. Относительно безопасно. Относительно. Денис, последний. Артем тоже думал, что относительно безопасно, когда яйцо выкладывал. Он еще говорил такой, я типа сильно. Это хорошо, что он его выкладывал, не оставшись последним на корабле. Ну он говорил, что он такой, я сильно коцанный такой, я посижу тут. И яйцо его добило. Артём, ты с нами? С вами. Ленивый самый. Crash to death. Слишком долго на Бракена смотрел. Самый параноид. Struggle to death. Панкейк. Чокоба. Ну как? У нас такой алтарь классный получился, смотрите. Да. Сергей, дай нам немножечко... Это был Бракен, да? Это был Бракен, да. Конечно, это был Бракен. Главная проблема, что мне не получилось его яйцом убить. Это жалко. Я ее специальное яйцо использовал. Ну, ты бы хотя бы использовал, то если бы у тебя все-таки получилось, то мы бы не знали. Не, Сергей бы увидел, что там нет красной точки, там был бы зеленый предмет. Ага. Ну и как бы не было бы активности. Вот. Ну да, точно. Так, все, Гордон, надо выгружаться. У кого девочка, надо просто мыться, и все будет хорошо. И девочка перейдет. Согласен. Девочки пачкают. Вова. Мы уже здесь. Сгружаемся. Ты что, гитару хочешь отдать? Отдай. Так вот что это звуки такие ужасные издавало в этом земелье. Воду не экономит. Так, рация. О, рация это просто. Тут их лопату бросил. Так, сколько там уже? Это только первая плата была. Корону короля лича несу.
Вы позвонили уже? Да? Нет, еще. Но, возможно, этого и хватит. Так, стоп, открылось. Оу. Ты чё? Может, эта просто штука их привлекает? Сомневаюсь, у нас только половина квоты. Ладно, сдаем еще немножко. Там еще и хватает. А, хватит, все? Погоди. Ну, почти. Давайте. Так... Ну, там, что есть. Ну, вот, там наверное, вот 20 этого... не хватало, да, этого ну, хватит. Хватит. Куда? Все. А что мы все на артефакт? Может, мы на другую планету уже слетаем? А на других планетах лута не будет. Ну, я понимаю, но как-то все вот... Мы можем на них летать в начале, когда померли. Ну, вначале мы тоже одно и то же выбираем. Сейчас у нас смысла нет. У нас я понимаю, да. Но, ну ладно, я просто для разнообразия придумал. Все. Так, может быть, какой-нибудь джетпак купить еще дополнительно? Или лопаты, или что-нибудь? Чего у нас мало? Фонарики? Фонарики, да, у нас мало. Только поймите нас. Денис, купи 8 фонариков. Унитаз? Купи 8 фонариков. Или 12, я не знаю, что зачем? Будет. Зачем? У нас 2400 сдано. Я вот это куплю. Машину? Не. И фонариков. Вот это. Наверное, купил адреналин какой-нибудь. Что ты купил? Мы куда все побежали? Ну, забирать вещи. Ты же их заказал? Нет. Я вот это купил. Что? Костюм кролика, понимаешь? Когда ты прыгаешь, ты... А, звук такой, пел. Да. Ужас какой. Так, 8 фонариков. А как... Денис, а каким образом у тебя хвост там прикреплен? На липучке. Кто-нибудь мне поможет фонарики принести? То есть, Денис, ты квадровер, наверное, да? Ага. О, зачем? Зачем это все? Почему? Отлично, набрали. Ну что, взлетаем и заканчиваем серию? Да! Что ж вы толкаетесь-то? Сергей. Да. А где Артём? А вот он, Артём. Все в порядке. Все готовы тогда? Взлетаем. Да, дайте морковку. Кого-то я не вижу. А, Денис. Но там... должен слышать. Да, слышу тебя. Морковку он там на... Во, дайте как ты морковки. Чувствуешь себя в окружении прекрасных людей? Нет. А должен был чувствовать, но прям окружение тебя. О, ты качаешься. Давай, качайся. Даже овертайм бонус получили. Ну-ка, сколько же мы получим квоты в следующий раз? Сколько? 2000. А, ну хватит, почему так много? 200. Не слабо. Не слабо, прирост. На 600. Ладно, дорогие зрители, надеюсь, вам понравилась эта серия. Всем спасибо. Мы продолжаем расти над собой, становиться лучше. Передавайте привет Вове, Денису, кстати, Артёму, Вова, у меня нет Сергею. Хвоста. Всем пока. Да, всем спасибо, всем пока. Что? У тебя есть хвост. Всем пока.